Привет, мои хорошие. А мне на обзор где-то еще неделю назад пришли купальники с сайта, на котором я еще не делала заказ. Это я вообще не знала существования такого сайта, что-то новенькое для меня. И я решила поделиться этим видео с вами, так как качество очень-очень хорошее. Распаковочку я уже сняла, обещала, что расскажу о размерах, как на меня сели купальники. Я в инфобоксе под видео опишу каждый купальник, как на меня сел, но к качеству претензий у меня нет. Итак, смотрим видео, не забываем ставить лайк, не забываем, что у нас Новый год, а все-таки, может быть, вы решите побаловать себя купальником или сделать подарок кому-то. Все-таки же ведь нужно готовить сани летом, а тут готовить купальник зимой. Итак, поехали. Посмотрим, что за купальники мне пришли. Ножницы. У нас есть вот такие огромные ножницы. Пакет. А ножницы большие, но ничего не режут. Или я ими не умею пользоваться. Так. Купальники выбирала я сама, естественно. По своим меркам, скинула свои мерки. То все, рост, вес, и мы определили, какой размер брать. По-моему, эльки я выбирала, если я не ошибаюсь. Да, элечка, все элечки. Сколько их всего? 3, 4, 5, 6 купальников. Ну, начнем с вот этого. Это купальник слитный, закрытый. Как раз будет хорошо, у кого лишние килограммчики, как у меня сейчас, или шрам тоже, как у меня сейчас. Хотя, знаете, шрам под обычными трусиками тоже не видно. Так, секунду. Мне придется частенько вставать, отвлекаться, так как у меня дети спят. А дочка спит в одной комнате, сын в другой, и мне показалось, что кто-то из них проснулся. Итак, хорошо, что я взяла эльку. Я думаю, что было бы, если бы я взяла XL. А у нас стоял вопрос между элькой и XL. Так. Естественно, все купальники с закрытой попой. Нет никаких танго, нет никаких стринг. Все прилично. Вот. Так, по качеству. Качество... Запаха нет. Здесь чашечки. Съемные. Чашечки выходят. Можно снимать. Подпись. Фокус. Фокус. Здесь резиночка. Вообще купальник ткань тянется. Тут, по-моему... покрупнее тети тоже влезут в него, и даже он, знаете, будет хорошо сидеть на более крупных тамах, мне так кажется. Примерок не будет, сразу говорю, я на себя померю, потом расскажу вам, как они на мне сели, а так в кадре примерок не будет. Качество швов. Вот смотрите, мама стоит, чекирует. Мама, если хочешь, можешь присоединиться. Качество швов. А моего размера нет? Нет, я на тебя не брала. Знаю, что ты не купаешься. Не могу качество шва показать. Вот. Вот. Пожалуйста. Подкладочка есть, как видите, белая. Все хорошо. Все, знаете, очень даже все так хорошо прошито. Вот название сайта. Вот. Со всех сторон показала. Лямки регулируются, конечно же, как же без этого? Как же без этого? Застежка. Тихо. Очень легко открывается, закрывается. Я надеюсь, она не будет так легко сползать с нас. Но никакого щелчка, ничего нет. Вот просто вот так закрылась. Все очень аккуратно. Вот, смотрите. Угу. Так, это, по-моему, единственный у меня слитный купальник. Остальные все раздельные. Да. Вот. Его я выбрала из-за такой яркой расцветки. Но у меня стоял выбор между черным и этим. Ой, я так боюсь, что он небольшой. Это я себе льстю. Щу. Льстю? Щу, правильно, щу. Так. Я надеюсь, у меня на один купальник по 5 минут времени не будет уходить. А то меня никто смотреть не станет. Второй купальник. Открываем. Тоже нет никакого запаха. У каждого пакетики разные, такие рисуночками. А, нет, не совсем-то и разные. Так. Второй купальник. Трусики. Это что у нас? Это ничего абсолютно. Подкладка есть. Синтетика, естественно. Пластовица заклеена. Ну, тут, в принципе, швы показывать смысла нет. Здесь все аккуратненько, все понятно. Итак, я покажу форму. Вот такая вот форма трусиков. Сзади. Ну, по-моему, мне не подойдет. Не знаю. Ну, я всегда найду, кому подарить. И верх. Верх вот такой. Я не очень люблю, когда у купальника вот это место закрыто. Но для разнообразия почему бы и нет, взяла. Здесь тоже чашечки. Интересно, они не съемные, что ли? Они не съемные. Чашечки не снимаются. Швы очень аккуратные, девочки, поэтому я внимание у каждого купальника на швах не буду заострять. Если я увижу где-то что-то нитку, я вам дам знать. А так все аккуратно. Он вот сзади на завязочках. Такие вот завязочки, шнурочки. Здесь тоже. Но здесь, видите, с розовыми такими помпончиками. Здесь этих помпончиков розовых нет. Такс, такс, такс. Это тоже элька. Мне нравится. Так, идем дальше. Что у нас там по очереди? Серый купальник. Не помню, честно сказать. Чтобы я серое брала. Чуть-чуть пахнет. Чуть-чуть есть запах. Труселя. А, нет, это фасон такой завышенный. Я думала, такие огромные. Я надеюсь, очень надеюсь, что здесь очень много не будет, очень много тела не видно. Так, секунду, что-то мне не нравится. Секунду. Половина меня не видно, вот так лучше. Элька, конечно же. Швы прекрасные, девочки. Расставите, пожалуйста. Это подкладочка белая. Здесь такая сборочка сбоку идет. Мне очень интересно, как он сядет. У меня никогда не было купальников с завышенными труселями. Сейчас точно скажут, Фатима, не кривляйся. Под 40 лет все кривляется. Ну, такой я человек. А вот такие вот трусишки. И вот такой бюстгальтер вверх. Опля. Все очень даже нежненько. Чашечки есть, они съемные. О, ну, швы просто очень аккуратные, девочки. Бесподобные аккуратные швы. Все регулируется. Бретелечки. Ой, я боюсь, он невелик. Ну, я потом отчитаюсь под видео. Напишу в инфобоксе по размерам, как подошло, не подошло, велик, не велик. И свои параметры. Вот так. Спереди толком не показала. Вот. Вот так вот выглядит. Вместе с трусишками это смотрится. Ну, как показать-то? Откуда у меня такие способности показывать купальники? Вот она, цветовая гамма. Вот, пожалуйста. Думаю, очень даже интересно будет смотреться. Конфета ко мне прибежала. Опять черный, опять черный. Что-то я 3 черных заказала. У меня еще дома есть черный купальник. Чуть меня на черное потянуло. Открываем. Начнем с трусиков, как обычно. О, вот такая форма мне очень нравится. Вот. Это прям то, что я люблю. Швы. Это подкладка. Ткань очень интересная, смотрите, в полосочку. Черный цвет, ткань черного цвета очень тяжело фактуру показать бывает. Ластовица, конечно же, заклеена. Полосочка. И очень простенький бюстик. Чашки съемные. Здесь есть дырочка. Вот здесь вот буквально дырочка есть. Чашечки съемные. Вот такой вот бюстик. По-моему, он будет сидеть очень даже хорошо, если, конечно, мой бюст сюда влезет, вот в эту чашечку. Идем дальше. 4-й купальник. Разбавлю цвет. Я. Вообще я хотела хотя бы один купальник чисто белого цвета. Нашла один единственный, который мне более-менее понравился, но он был такой вязаный. Потом что-то я передумала его брать. А, нет, по-моему, там трусики были не очень закрытые. Как всегда, размер L. Вот такой вот форма трусики. Так, видно все, да. Очень яркие, красочные, прям лето-летние. Единственное, что мне бросилось в глаза, вот здесь вот неаккуратно прошито. Но это такая мелочь. Ну, просто хочу показать. Вот, видите, неаккуратно прошито. И все. Дальше. Внутренние швы. Ластовица. Название сайта. А, я ни разу не сказала о составе. Может, здесь есть состав? Интересно же. Господи, все так мелко написано. Полиэстер. 90% полиэстер. Сделано в Китае. 10% спандекс. Так, с труселями все понятно. И вот такой вот обычный классический бюстик со съемными чашками. Вон там вот дырочки для съемных чашек. Бретелечки регулируются. Так. Это у нас как открывается, интересно, я не знаю. А, просто вот так. Все легко и просто. Видите? Чуть-чуть вот здесь вот неаккуратно. Есть такая немножечко неаккуратность. Ну почему? Вот. Вот видите? А вообще этот купальник был больше всех, который мне понравился. И именно в нем я нашла два места, где неаккуратно прострочено. Ну ничего, ничего. Так. И последний, конечно же, уже шестой. Не пахнет. Честно скажу, разочарования нет. Мне очень рада, что я приняла предложение о сотрудничестве с этим сайтом. Много бывает, нет, прям много, нет, бывает, часто предложения поступают, всякие сайты, которых я даже не знаю, зайдешь, посмотришь товар, даже не хочется сотрудничать. Или бывает тот же самый товар, который на Алиэкспресс, но дороже почему-то. Есть один такой сайт, он часто мне пишет, почему-то постоянно разные операторы или менеджеры пишут с одного и того же сайта, предлагая товар. Я им отказываю. Вот такой вот купальничек со шнуровкой. Шнуровочка. Развязывается. Съемные чашечки здесь есть. Классические бретельки. Регулируется все. Вот здесь вот внутри неаккуратно. Я вижу ниточки, вот если приглядеться. Ну, на черном цвете это не буду в глаза бросаться, но все же мое дело показать. Ваше дело решать, брать или не брать. Вот. Вышивка. С внутренней стороны ее, естественно, нет, потому что внутри подкладка. У всех купальников была внутри подкладка, если вы заметили. Вышивка. Вот здесь косточки. И вот такой, прошу прощения, а вот такой вот замок. Все легко и просто. Вот так они выглядят. Трусишки тоже, по-моему, с вышивкой. Да, с вышивкой, классические трусишки. Вот здесь вот немножко рюши. И все. Восставится. Трусишки более аккуратно сделаны. Здесь никаких ниток нет. Ни снаружи, ни изнутри. Вышивка очень аккуратная. Кстати, ни одной торчащей нитки нет на вышивке. Обратите внимание. Смотрите. Все, вот эти вот 6 купальников, которые я получила. Однозначно могу сказать, что я могу посоветовать вам этот сайт, если хотите. Если вам понравились купальники, там огромный выбор. Вы можете смело заказывать. Как делать заказ, честно скажу, я не знаю, потому что мне купальники, повторюсь, пришли на обзор. Время... Где-то за неделю они мне пришли. Я не знаю, это блогерам так приходит быстро или по ссылочкам. На самом деле так доходит быстро. Принес курьер. Вот. По поводу доставки тоже, наверное, все это на сайте написано. Информация, я думаю, есть. Мое дело поделиться, показать. Качество товара. Качество на самом деле хорошее. Я думаю, что это не именно блогеру высылают хорошего качества вещи, потому что я, прежде чем снять видео, посмотрела в интернете отзывы вообще об этом сайте. Хорошие отзывы пишут, что вещи хорошего качества там. Вот, все, закрываюсь на этом. Всего хорошего, мои роднульки мои. Уже роднульки. Уже почти 2 года вы со мной. По-моему, в конце марта. Нет. В конце февраля будет 2 года. Все, закрываюсь на этом. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.